17 февраля 1947 года было дано распоряжение создать на территории режимной зоны поселка Сарова городское отделение внутренних дел, подчиненное Союзному министерству МВД СССР. 1 марта министр внутренних дел открыл в Сарове отделение номер 10. С этого дня в городе отмечают образование органов внутренних дел. В этом году саровская полиция отмечает 77 лет. Сотрудниками управления накоплен значительный опыт по борьбе с преступностью. Мы выполняем задачи в непростых условиях, но, как показывает статистика, выполняет успешно. И наши показатели с каждым годом все лучше и лучше. Хочется поздравить весь личный состав ветеранов службы с этим прекрасным праздником, пожелать всем здоровья, семейного благополучия, карьерного роста. В торжественной обстановке в актовом зале УВД наградили благодарственными письмами и ведомственными наградами тех, кто показал отличительные результаты и успехи на службе. Также нескольким сотрудникам присвоили специальные звания. День саровской полиции разделил праздник с экспертно-криминалистическим подразделением, который 1 марта отмечает 105 лет со дня образования в системе МВД. Криминалисты ежедневно оказывают неоценимую помощь оперативникам в раскрытии преступлений, проводят экспертизы и исследования. Людмила Арутюнова сначала работала в Ставрополе. В прошлом году приехала на работу в Саров. Для Людмилы профессия эксперта интересная и многогранная. Всегда что-то новое, всегда что-то интересное. Производство экспертиз – это в своем роде тоже, скажем так, творчество, потому что никогда не бывает одинакового, ну, чего-то. Постоянно на экспертизу приходят различные объекты. Совершенствуются преступники, и нам тоже приходится совершенствовать. Но не то, что приходится, нам нужно это делать, чтобы мы были на шаг впереди. После церемонии награждения сотрудники полиции приняли присягу. Хочется в первую очередь поздравить всех сотрудников, служащих подразделений города Саров с профессиональным праздником, то, что прекрасное управление уже 77 лет. Вот, пожелать всем успехов, здоровья, благополучия абсолютно везде, что в семье, что на службе. Ну, а коллегам своим мне хочется пожелать также семейного счастья, счастья на работе, благополучия, ну и чтобы у нас у всех все было хорошо.